Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня я вам расскажу, как запустить видео Vue Monster, если у вас оно не открывается. На данный момент бывает такая ситуация. То есть вот я использую Opera. Вот, нажимаю запустить. Плюсик. Казалось бы, все хорошо, но нет. Здесь пишет то, что нужно скачать другой браузер, то есть Chrome или вот какой-то для Windows. Но, честно говоря, я ничего скачивать не захотела. И тут, конечно же, показано то, что ролик не идет. Здесь все по нулям. Не получается. А для этого нужен браузер, который есть у вас у всех на вашем компьютере. Вот такой. Он у вас у всех есть. У меня он находится здесь в уголочке. Поищите его. Название я в описании оставлю. Он есть у всех. Переходим сюда. Вот он, пожалуйста. У меня здесь тоже открыт. Моя же опять страничка. Запускаем. Плюсик. Запустить. Вот, пожалуйста, открывается ролик. Вот, он открылся. Все, время идет, можно закрыть. Также второй раз плюсик. Запустить. И сейчас откроется. И также плюсиком третий раз. Запустить. И открывается. Все работает. Все элементарно просто. Ничего не нужно скачивать. Но на всякий случай имейте несколько браузеров. Потому что вам может он со временем пригодиться. Если что-то произойдет с одним, вы всегда сможете зайти с другого. Потому что такое бывает. И также все можно закрыть. Но желательно закрывать, вот, когда вот здесь вот ролик все-таки прошел. Вы за него получаете коины. И тогда закрываете, чтобы человеку было не обидно. Он потратил свое время, свои коины. И вы заодно получаете целых 5 коин. Закрывайте. Все. Плюсик. И, соответственно, здесь он сейчас тоже закроется. Все. Закрылся. И точно так же здесь. Все по нулям. Закрываем. Ну, здесь я тоже сейчас подожду. Также, кстати, вот здесь вот тоже показано. Можно нажать здесь и скачать. На сегодня это все. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите, если у вас что-то не получается. Вы можете написать ВКонтакте. Мой контакт есть в шапке YouTube. Можете найти. И всем пока-пока.